Всем привет! У нас рубрика ОГЭ за минуту. Тут за минуту, конечно, не получится, потому что это 13-е задание. И связано это с той темой, которую мы сейчас проходим, формула сокращенного умножения. Итак, что же мы видим? Мы видим, что в знаменателе у нас формула сумма квадрата суммы. То есть мы должны его свернуть, что получится а плюс 4 получится. А плюс 4. Значит, мы должны каким-то образом еще преобразовать числитель. Числитель мы видим, что мы можем вынести за скобки. Получится А плюс 4. Видим, что скобочки мы можем сократить. Да? Никакие плюсы и минусы нам не мешают. Обращаем внимание, что в числителе у нас скобка сокращается полностью, а в знаменателе сокращается только степень. И получится А мы должны поделить на А плюс 4. Зачем мы это сделали? Если бы мы сразу подставили минус 2, мы бы сошли с ума, просто мы бы там со знаками запутались, и все пошло бы не так. А в таком виде нам считать гораздо легче. То есть мы что будем делать? Минус 2 делить на минус 2 плюс 4. Минус 2 в числителе так и останется, а в знаменателе будет просто 2. 2 поделить на 2 будет 1, и не забываем минус. Минус 1. Вот для чего нам нужны формулы сокращенного умножения. 13-е задание за минуту. Надеюсь, все было понятно. Кому непонятно, задавайте вопросы, ставьте на паузу или пересматривайте.